Ребят, всем привет. Вы уж извините, что в такой вот тесной обстановке рядом с машиной стою. У нас ветер, и думаю, в камеру будет сильно задувать. Сегодня просто-напросто прохладно. Сегодня будничный день, я сегодня копаю один. И на улице ночью был минус. И сейчас где-то всего-навсего может 0 плюс 1. И все, ветер очень сильный. В общем, спрятался я за машинкой, и приехал я сегодня снова на тот же шурф, который разрабатывал в предыдущем видео. И он мне понравился тем, что там в основном были цари. И это меня просто порадовало, очень порадовало. И я хочу сегодня продолжить. Но к теме шурфа. Сезон у нас открылся, и большой шквал вопросов пошел, ребят, очень большой. Как, зачем, почему, и вообще много вопросов по шурфу связанных. Я уже устал, ребят, всем отвечать, как, что, зачем и почему. И всех отправляю обращаться именно ко мне на канал, на YouTube канал, в плейлист «Все о шурфе», так он называется. И там видеосюжеты, даже есть обучающие пособия. Как шурфить, насколько шурфить, как искать дымовые ямы, какие признаки, в общем, все. Есть такие даже пособия обучающие. Но в основном смотрите шурфы, где я в промежутках между находками какие-то добавляю информационные сюжеты, где вы можете почерпать довольно-таки многое. Вот, так что... Если кому интересно, я сейчас мельком пробегусь и скажу, как, где, зачем и почему. Вы, наверное, еще спросите, почему я стою с бутылочкой с водой. Ну, это очень интересная бутылочка, интересная жидкость. При помощи нее я сегодня буду мыть и одновременно чистить монеты. Так что сегодня будет очень интересно тем, что я с копа уже буду возвращаться с чистыми монетами. И вы увидите, насколько сохран монет. Либо они убитые, или же в идеальном сохране. Вот она бутылочка. Ждем результаты. Все будет видно и наглядно в конце копа на обзоре. Так что смотрим видео до конца. Если меня видите, значит, у нас что-то отыскалось в шурфе. Сейчас задобрим по традиции земляного деда. Спрашивают, чем я задабриваю. Ребят, что у меня с собой есть, что я сам люблю, и дедушку тем самым пою и кормлю. В основном сладкий, крепкий, горячий чай. И когда есть прянички, мятные прянички я всегда беру. Он пряники мятные, ух, как обожает. Зачастую прям суперски одаривает меня монетами. Так что, ладно, приступаем.
Ну и для новичков, для ленивых, кто не хочет смотреть именно мои обучающие пособия. В общем, вот на деревне. Дымовые ямы здесь есть. Вот. Но нюанс в том, что этих дымовых ям тут очень-очень много. От сараев, от погребов, от различных амбаров, ну, в общем, много, очень много. Вот. И вам что нужно определиться именно с первой дымовой ямой, которую вы будете шурфить? Можете воспользоваться спутником, когда приезжаете на место, предварительно посмотрите по спутнику. Вы должны видеть на спутнике именно дымовые ямы, темные такие пятна. И посередине этих темных пятен вы должны примерно найти дорогу. Это центральная дорога, улица, как и сейчас я вам показываю, вот она. И первые справа, слева дымовые ямы могут быть именно ваши места для закладывания шурфа. И после того, как вы уже зашурфитесь, пошла сопутка, будут и монеты. Блин, такой ветер, такой холод, ёштовую, прям серьезно холодно сегодня. Ладно, придется греться за счет шурфа. В общем, кратенько я вам сказал, как найти дымовые ямы. А все остальное у меня в плейлисте. На какую глубину копать, что искать, какие методы шурфы бывают и все остальное. Так что ладно, я уже замерз, надо расширять вот свою вот эту вот дымовую яму. Итак, ребят, первая монета спустя где-то 30 минут копа. И вот она лежит. И смотрим, что это за монета. Это у нас совет. Советская 10-копеечная монета, 54-й год. Я, конечно, другого желал, но все равно пойдет. Задел сделан. Надеюсь, и впредь монетки будут выскакивать. Итак, ребят, находка, но находка, как другой скажет, шмурдяк. Вот такой вот. Сюжет у нас появился, многие скажут, ну, фигня, фигней, мы такие вещи не собираем, выкидываем. А вы знаете, что это такое вообще? Это у нас, как говорится, в свое время, в древности, вот использовали именно такую вещь в освещении. Это у нас лучина, так называемая. Вот, она подвешивалась вот так вот за крючок. Так, и палочка. И вот так вот вставлялась как-то палочка. Я не знаю, как, вот так вот, по-моему, или что-то в этом роде. Вот. Вот так вот вставлялась, она висит, и конец лучины горит. Вот, такие вещи я тоже с собой забираю, так как я помогаю краеведческим музеям школьным. Пополняем ихнюю коллекцию, чтобы детишки наши знали, что, как, зачем и почему в древности у нас бабушки, прабабушки, прапрадедушки жили. Вот такое вот освещение. Мы, конечно же, ее заберем. Ну и для молодых, для информации, кто не знает, что это такое, это лучина, ребят. Так что будьте уверены, когда откопаете такую фиговину. Это полезная вещь, это история. Так что ладно, забираем ее, конечно. Это лучше, чем монета, я считаю. Вот, так что классно, зачетно. Итак, сигнал хороший был. Ой, хороший сигнал. Что-то круглое, непонятное. Результат даже вам сказать не могу, что это такое. Но, судя по толщине и цвету, ну, это, наверное, царь какой-нибудь. А для этого у меня сегодня есть супер водичка. Так что сейчас еще пару монет выкопаю, брошу их, засеку время и посмотрим, за какое время у меня монетки будут добротные. Так что ладно, ждем еще находок. Очередная находка рядом вот с такой вот бутылочкой, царской, между прочим, донышки, которые вот так вот. Это не шампанское, это царское стекло. Вот, была монетка. А этот неплохой сохран, прям хороший.
1903 год. Николай. Смотрите, какой бодренький. Прям хорошая монета. Хорошая. Ну и царь тоже неплохой. С обратной стороны. Зачетно. Официально скажем, что это первая царская монета сегодняшнего копа, потому что у меня пока советик, потом непонятный какалик. Вот, ну вот, датировали 1903 года. Зачет, первый царь. Идем дальше. Итак, ребята, сильный ветер. И я не даже не знаю, как вам вставать. Будет фонить. Вот на солнышке лежит, я его уже в руки брал. Вот, и вместе с вами потрем. Ну, это царь тоже, да. Да-да-да. За последние 10 минут два царя. Это классно. Год, к сожалению, сказать не могу. Затерт немножко. А здесь хороший. Ладно. Добротно, добротно. Сейчас наперекор пойду на чаепитие. Общаться с земляным дедом. И закину их в нашу водичку. Прикольно. Шов у меня расширяется понемножку. Чуть попозже, возможно, буду и углубляться. Найду только крайние стороны дома, где заканчивается дом. И будем углубляться. Посмотрим, что будет. Пока выбиваю весь эпицентр. Вот так вот. Вот. Результат. Берем, смотрим. А, о какой. 10 копеек 32 года. Сохран просто огонь. Даже пальцы не грязные. Смотрите. Чистенько. Огонь. Не часто такое увидишь. Ладно. Прикольно. Забираем. Причем один штук лопаты срезаю. Наверху практически. Итак, ребят, во время шурфа я использую два вида копки. Это горизонтальный и вертикальный. В данном случае я практикую вертикальный. Он хорош тем, что удобно, быстро все происходит. Но есть нюансы, когда можно пропустить сигнал. Когда срезаете лопатой горизонтально, как сейчас, вертикально, как сейчас, вы можете в комочках что-то пропустить. Вот, я их систематически распинываю. Вот, но чтобы такого не делать, можно и горизонтальный. Но он тяжелее, но сигналы никогда не пропустите. То есть срезаете пластами. Сначала вот эту вот травку срезаете под корень, а потом сантиметр по 5, по 10 срезаете и прозваниваете. Это горизонтальный. Вот, я редко, конечно, так использую, но он тяжеловатый, но никогда не пропустите. Вот, и сейчас, именно разбив комочки, у меня вышел кругляшок. И кругляшок, между прочим, царь. Да. Да-да-да. Царская монета. Все, дождался я царскую монету. А замерз. Пар изо рта. Это у нас очередная копеечка царская. Николай. И я сейчас иду на чаепитие, на перекур. И заброшу их в нашу супержидкость. Так, приборчик выключим. Экономим. И идем в машину. Ветер спину продувает. Холодно. Сопли ручьем. Так что ладно. Сейчас чаек попьем. А штатив свалило ветром. Итак, ребят, монетки я сейчас промою водичкой. И хочу вам вот именно сейчас показать, как выглядят выкопанные монеты. Ай, чуть не потерял. Сейчас я их помою, чтобы жидкость была как можно чище. Может быть, повторно буду использовать. Водичкой сейчас ополосну их и закину в банку в вашем присутствии. Ну и вот, пришло время
Вот они наши монетки. Помыл я их, освежил. Вроде как бодрячок. Некоторые датировать невозможно. Беру жидкость нашу. Наливаю небольшое количество. И бросаю наши монетки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Да, ребят, пока 6 монет у нас. Не густо, как говорится, но и не пусто. Некоторые монеты советские красные, как вы видите. Прям красные-красные. Но это не беда. Красноту уберем. Ждем до конца копа. Вот сидел пока чай опил. И, знаете, сяду в машину, а то ветер. И вот смотрите, впереди поле. Но там, похоже, вот видите, это сирень. А где сирень, там и дома были. И, похоже, какие-то вот такие вот холмики. Я там не ходил. И не знаю. Возможно, даже с разведкой туда надо будет сходить сегодня. И вон там, вон, смотрите. На той стороне тоже похоже на кусты. Летом там этого ничего не было, не видно. Но по весне видно насаждение другой травы. И это, между прочим, ориентиры. Трава и высота должна быть другого цвета. И вот они, первые признаки по весне можно увидеть. Ну ладно, поживем, увидим. Ветрище вообще жуткое. Спину аж продувает через свитер, через вот такую вот куртку сплошную. Может, надо было теплее одеваться, не подрасчитал. Ладно, возвращаемся. Итак, ребят, я, наверное, углубляться буду туда, потому что там как бы более-менее нормальная засыпка. И сигнальчик выпал. И я его кое-как нашел, потому что он, вот видите, в каком виде. Это у нас крест. В прямом смысле. Но что-то какой-то он с таким наростом. Я не знаю. И легкий какой-то. Может, алюминиевый. Не знаю. В следующий раз пойду наперекур. Промою и брошу его в жидкость. Если это какая-то алюмишка или цинк, олово, то жидкость ее убьет. Ну ладно, время покажет, посмотрим. Легкий, но крест. Продолжаем. Итак, ребят, ну вот, подходит к завершению мой фундамент. Многие задают, до скольки нужно копать, насколько глубоко. Пока не кончится засыпка до материка. И для образца я вам хочу показать. Вот смотрите. Вот, смотрите. Вот так вот у нас культурный слой. Видите? Горшочки. Всякие косточки. Еще горшочки. Вот. Это все культурный слой. И вот здесь вот все находки. Как вы докапываете до материка? Вот, смотрите, видите? Чернозем. Прессованный чернозем. Лопата плохо в нее втыкается. И это у нас материк. Вот именно до этого слоя вам нужно копать. Если находки есть, именно до сюда. Вот, и я подхожу уже к краю дома, потому что здесь всего-навсего наш штык лопаты. И, к сожалению, дом выдохся. Так что, наверное, будем что-то новое сегодня придумывать. Ладно, да, будем докапывать все равно. По краю эпицентра дома, вдоль плинтуса, я так называю, бывают очень часто находки и в большом количестве. Так что продолжаем срезать. Как вы видите, я глубже уже не углубляюсь, а именно вырезаю часть оттуда. Вот потому что здесь у меня уже насыпь. Так что я, в принципе, удачно определил эпицентр дома. Вот, и не придется это все лопатить. Сейчас немного оттуда выковырю, прозвоню здесь тоже. И на этом все. Будем немножко присыпать за собой бардак. Итак, ребят, перешел я с шурфа на дорожку. Очень много здесь осколков.
Возможно, в свое время здесь и был какой-то дом. Кирпич, керамика. Вот, был глубокий сигнал, выпала монета. Но я по ней лопатой. Какая монета была с охраны? Рукожопый я. Смотрите, как засадил лопатой. Глубоко был сигнал. А с охранчик монеты вообще огонь. Печалька, печалька. Ну ладно. А грехи копов бывают и такие. Побродим здесь еще немножко. Там сигнальчик был. Здесь сигнальчик. И монета. Классно. Идем дальше. Ребят, а по трешке я засадил из-за того, что вот эта вот фиговина была еще рядом. Был большой сигнал цветной. Сначала трешку выкопал, а потом вот эту лабуду. Так что вот из-за такой фигни я четко не попал по сигналу. Хоть и катушка у меня довольно-таки хорошая. Типа снайперки, но она очень хорошая в деле. Вот. И вот из-за этой хреновины. Прямо на дороге, смотрите, валяется стекло. И стекло не просто шутер-бутер, а смотрите, с царской символикой. Орел. Надпись Хармак. Хармак? Да, вот такой вот. Жалко тоже, но у меня есть бутылочки с царской символикой, именно поднято с шурфа. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, перебрался я на другую часть горы. Здесь низина. Вон там я как раз и обосновался. С той стороны прошелся. Из автомобиля я говорил, что здесь похоже на дымовые ямы. Да, действительно, здесь были дома, но издалека не видно было, что они зашурфленные. Вот, кто-то их уже тоже бомбанул. Вот. Но хочу вам сказать, что шурфы отвратительные тем, что кирпичи есть, но сопутствующие сопутки обихода, жизнедеятельности практически никакой нету. То есть мне нужна, как говорится, как минимум керамика, стекло, засыпка. Но ничего, кроме как красный кирпич, и ничего нету. Там я тоже посмотрел. Фигня какая-то. Даже не стоит даже разрабатывать и дальше. Сейчас я попробую... Ой, какой ветер. Вон в ту сторону. Продвинуться, посмотреть. Там тоже какие-то были похожие кустарники, где, возможно, был и дом. Ладно, идем дальше. Ну, перебрался я вот оттуда, последний репортаж сделал, съемку, и перебрался сюда. И вот здесь вот уже поинтереснее засыпочка. Стекло, смотрите, стекло, керамика разного цвета причем, древесина, и вот смотрите, это у нас пробочка от графина. И, возможно, здесь сейчас я прозвоню верховые сигналы. Не знаю, что получится, не знаю. Вроде как засыпка есть. Ну ладно, сигнал сейчас выкопаю какой-нибудь и заодно посмотрю на засыпку. Хорошо. Вот такое вот здесь местечко. Вот, видите, яма. Вот. Это все придворные пристройки были. Погреба, сараюшки. Вот подвального. Ой, это самое, как она называется-то? Ох. Глубокая яма. И заподлицо, под горизонт крыша была. А вход с той стороны был. Вот видите, здесь вот лазейка такая. Итак, ребят, возвращаюсь я к машине на чаепитие. У нас поля тут заодно пашут. Пылище стоит. И, знаете, по кромке сигнал был глубокий достаточно. Один раз выковырял, второй раз выковырял. И появился на свет вот такой вот, круглый. Да безобразие какое-то он. Съеденный.
Смотрите, какой отвратительный на ней гадкий налет. А это монета Николая II. Двушка. Она рост ужасный. Ох, ужасный. Плюс еще зелень нет. Не знаю, посмотрим. Сейчас дойду, брошу в баночку свои находки. Пусть отмокают. Ветрище до сих пор. Очень сильный ветер. Хожу в капюшоны. Шапку отдел даже зимнюю. Ну ладно, продолжаем. Итак, ребята, пришел в машину, смочил монеты водой, протер их. Двушка, конечно, обезображена. Крестик вообще, смотрите, разваливается. Не знаю, стоит ли вообще его бросать туда. Ну, в общем, разломился крестик от старости вообще полностью. Вот. Не знаю, стоит ли вообще его бросать. Вот, а остальные монеты... А, еще поднял вот такую фиговину. Похоже на букву В. Вот, может быть, дембельская, кто на дембель возвращался. Потому что здесь вот с другой стороны имеется отверстие. Возможно, пришивали, а поверх нее буковка В. Ну, понимаете, да, о чем? Кто служил в армии, понимает, о чем я говорю. Так, монетки у меня чистятся. Так, сейчас я покажу вам, что у меня происходит с монетами. Так, так, так. Медно-никелевые стали красные. Ничего страшного. Это проявляется медь. Вторая тоже. Ладно. Что у нас с царскими монетами? Так. Год 1908. Болячка еще есть. Оставим. Следующая. Копейка 1903. С ними ничего не будет. Пусть валяются, ничего страшного. Следующее, что у нас тут? Немножко затерто. Тоже год могу разглядеть. 1908. И монета, которую вообще не было видно ничего. Ох! Это у нас монета приятная. Это у нас Николай. Копеечка. Но не знаю. Она еще при жизни была убита. 1800 какой-то год. Ладно, бросим наши монетки. Это я делаю для того, чтобы видно было, какие монеты мы поднимаем убитые. Брошу я тоже крестик. Он, скорее всего, умрет там. Ну, ладно, пусть валяется. Посмотрим на результат. Так что вот так вот. Дождитесь до конца выпуска, видео, и посмотрим, что у нас здесь в жидкости будет дальше. Ребят, решил по дороге прогуляться. И вы знаете, нюанс вот такого характера. Были дожди, и выпало, вымыло вот так вот монетку. Факт в том, что эта монета советская, 1927 года. Вот сверху вот так он был, вымылся, а снизу старый герб. Но нюанс-то в том, что, смотрите, лежит монета, беру прибор. А он ее кое-как видит. А если выше? В общем, вот здесь вот она лежала, я прошел, вижу глазами. А прибор-то не реагирует вообще. Вот сейчас я ее переложил, и вроде как теперь видно и слышно ее.
А здесь вообще никак не слышно было. Офигеть, я вот сам удивился, то что катушка вроде ДДшная, а советик нифига не увидел глазами. Вот, так что по дорожке сейчас еще раз пройдусь. Снизу-то я прошелся там, царика поднял, трешечку поднял, так что вообще зачетно. А вот здесь вот прям верховая копеечка. Классно, классно. Ладно, пройдем дальше. Так, дорога продолжает радовать тем, что вот выпало. Смотрите, какой. Ох, какая чистенькая патинка. 10 копеек, 1939 год. Вот такая вот на дороге. Приятная. Поднял я еще одну монету, но я ее вам не показывал. А, ничего такого ценного нет. Тоже на дороге. Так, это я вам показал. 2 копейки 61 года. Тоже достаточно такая неплохая, бодренькая. Тоже на дороге. Блин, я вообще в шоке. Тем, что деревня-то выбита полностью. А на дороге сигналы. Вот так вот. Фух, подустал немного, пойду на перекур, заодно посмотрю, как наши там монеты поживают. Итак, ребят, свой шурф я как бы завершаю. Как вы видите, ямы котлована нет. И всем рекомендую, особенно новичкам, хотя бы, ребят, присыпайте. Я понимаю, это очень тяжело, очень сложно. Вот, силы отдаю иногда очень много. Да и вы тоже будете отдавать очень много, если будете начинать. Вот. И после своего шурфа обязательно хотя бы присыпайте, чтобы не было глубоких ям. Как вот, хотя бы так вот, да. Вот, и подрезая следующую кромку, у меня был сигнал. Вот он. Это у нас обручальное колечко. Судя по размеру, мужское. Обычное, медное, ничего особенного. Сделано из кольца. По внутренней части кромки видно, что колечко именно из монеты. Причем крупной монеты, царской. Ладно, еще время есть. Сейчас вот это немножко подрежу. Здесь вот что-то хорошая засыпка идет. И решил все-таки ее подрезать. И вот результат, обручальное колечко. Продолжаем. Итак, ребят, на этом мы будем заканчивать. Как вы видели, шурф я свой полностью засыпал. Больше там после колечка ничего не было. А, хотя была пуговка с якорем. Ну, я вам ее не показывал, потому что обычная, стандартная, с якорем. В общем, сейчас я, не знаю, проеду в одно туда вон местечко. Туда пацаны проехали. Вот, потому что что-то они там вот походили вот с дымовыми ямами, что-то потом туда отъехали. Я так на разведку познакомиться съезжу. В общем, откопали мы сегодня тоже очень хорошо. Видеосюжет интересен тем, что монеты, которые я выкопал, вы видели сами, грязные, безобразные. Водичкой я их помыл, а на них такой ужасный налет. В общем, я их в супер воду положил. Весь коп монеты практически там пролежали. С ними ничего не случилось, лишь снялся весь налет. Отвратительные болячки с нее снялись. То есть всегда, когда я монеты чищу, я стараюсь монеты чистить, чтобы не было на них болячек. Вот, и сегодня мы справились. На монетах, конечно, остались некоторые пятна, но это не болячки, а просто пятна на металле. Некоторые монеты покраснели, но это стандартная, нормальная процедура у монет. Но если вам любопытно, досмотрите видео до конца, и я вам покажу именно как монеты после всех процессов, всех манипуляций, которые я делаю с монетами, будут выглядеть. Так что до конца досмотрите, и вы увидите. А сейчас, конечно, на обзор монет, которые у меня сейчас есть. Ну, по монетам получилось вот так вот. Классно,
царики, царики, царики. По шмурдюку вот так вот была пломбочка царская. Здесь имеется буковка Ять. Вот, так что это тоже царизм. Конину я вам не показывал, тоже шурфа. Вот такая странная пуговка была. Вот, необычные формы. Плоская какая-то. Обычно она как-то сферическая, а это плоская. Вот, по монетам. Смотрите, как выглядят сейчас монеты после чистки. Болячек на них нету, но они красные, и я приведу их в порядок. Все, что ценное было, это единственная трешка. Я ее лопатой шмякнул. Вот, был бы гурт у нас рубчатый, он стоил бы пятнашку. А так всего-навсего 400 рублей. Затем вот такая вот была монета найдена на дороге. Это копеечка 27-го года. Если была бы двушка, я был бы самый счастливый комрад. Вот, так что вот такая вот монетка попалась. Что у нас здесь еще? Царики, которая зеленая была с наростом, она полностью не очищена. Есть вкрапины зелени. Но я думаю, ее дочищу и будет нормально. По копеечкам 1903 года, 908. И это тоже 908. Этот я так не датировал. Наверное, какой-то, не знаю. Это не болячки, фиг знает, что это такое. Так-то, по идее, монетка в неплохом виде, но, к сожалению. Ну и советики, три червонца. Двушку я даже и не замачивал, потому что смысл, нафиг она нужна. Так что вот так вот. Ну, если любопытно, до конца досмотрите, и я вам покажу, в каком виде они сейчас выглядят. Вон, ребята, с ним только что познакомился. Татары. Арсен и Вадим. В общем, новички. Ездили на разведку. Я им сказал, что здесь делать больше нечего. Ладно, едем дальше. Итак, ребят, приехал я домой. Монетки, как вы видели, я прям на поле чистил. В общем, монеты получились более-менее так нормальные. Вот, сделал несколько экземпляров. Кому как нравится делать, наносить патину. Я вот люблю, когда рельеф немножко приподнят. Это у нас трешечка. Вот, видите, кое-как заматовал я удар от лопаты, который я сделал. Вот монета, в принципе, неплохого бодрого сохранчика. И я люблю, когда монеты выглядят именно вот с таким вот поднятием рельефа. Вот, кто-то любит просто чистые монеты. Вот экземпляр я оставил без нанесения патины. Патина ляжет сама на эту монету. Но пройдет месяц, два, а то и три, когда на нее будет накладываться родная патинка. Советики тоже неплохо почистились. Это у нас щитовичок 32-го года. Я люблю, когда советские монеты блестят. Так что все монеты советской эпохи я делаю красивыми, блестючими. Копеечку тоже сделал блестящий. К сожалению, немножко она подъедена, но самое главное, чтобы не было болячек на ней. Если болячки останутся, то монета будет дальше болеть и будут произрастать болячки дальше. Вот эту монету я вообще
ни патину не наносил, ничего. Вот, так что просто навел лоск, сделал блеск на ней и все. Рельеф не подымал, ничего не подымал, так что монеты в принципе нормальные. Кто-то говорит, что на шурфах монеты убитые. Да, хочу сказать, что в основном монеты убитые, если их неправильно почистить, то монеты останутся какаликами. Вот монетка Николая I. К сожалению, ее подъела. Съедена монета. Но год 54-й я разглядел. Болячки все удалил, и когда внутри имеются сильные коросты, вот появляются вот такие вот раковины. И с этими раковинами ничего не поделать. Так что, в принципе, монетки после шурфа реально можно красиво и хорошо почистить, чтобы они выглядели добротно. Ну и все. Как обещал, показал обзор, какие монеты у меня после шурфа.